Anywhere in the world. У них последний беговой вид. Так, стартовали участники второго финального забега. В этом забеге бежит лидер российского сезона Эльдар Микшин 5:27.64. Итак, напоминаем, второй заключительный финальный забег 2000 метров с препятствиями. Результаты первого забега. Максим Якушев, Свердловская область, 5:31.98. Илья Шакиров, Костромская область, 5:34.63. Роман Усов, Курская область, 5:35.49. Айнур Аминев, Москва, 5:45.51. Дмитрий Пискарев, Московская область, 5:45.91. Дмитрий Неделин, Пензенская область, 5:46.58. Игорь Владимиров, Ярославская область, 6:08.93. Результаты первого забега. Высота 2:34. Вот на табло цифра 1, это номер попытки, очередность. Цифра 3, это номер Мудрова. Но сегодня он первый. Высоту 2:34 штурмует в ранге чемпиона России 2013 года. Мог бы не прыгать, он уже чемпион. Но, видимо, все-таки и он тоже помнит, что высшее достижение сезона в Европе 2:36, в мире 2:33. Почему бы не попробовать штурмовать эти высоты? Лидирует в забеге Юрий Клопцов, Алтайский край. Следом за ним Андрей Куликов, Москва. По-прежнему лидирует Юрий Клопцов, Алтайский край, номер 275. Следом за ним Андрей Куликов, Москва. Три круга остается лидером этого забега. Второй финальный забег 2000 метров с препятствиями. Вот, как нам сообщили, 0,2 уступают участники этого забега лидером забега первого. То есть примерно уровень. Если они хотят подняться на пьедестал почета, определенно нужно прибавлять. Ну что ж, прыжок достойный чемпиона страны. Ну что ж.
Сергей, на этом все или попробуем выше? В регламенте стоит высота 2.36. Ну и заключительный круг дистанции. Теперь открывается. Сергей Саяпин, Москва, Хабаровский край. Мы отмечали, что на 0,2 ребята шли хуже. И вот теперь уже перед последним кругом, на 4 секунды впереди. И заключительный поворот и финишная прямая. Сергей Саяпин, Ильдар Меньшин, финиш. Ильдар Меньшин, 5.27.43, предварительный результат. Все поздравления Ильдару Меньшину, Москва, Калужская область. Ну а Сергей Мудров идет на высоту 2.37. Напомню, это пока лучший результат сезона.